Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели с будущими водителями видеоурок по безопасности дорожного движения. Инспекторы сделали акцент на необходимости соблюдения скоростного режима и отказе от опасных маневров на дороге. Рассказали о последствиях превышения скорости. В заключение учащимся автошколы пожелали быть вежливыми на дороге, помнить о жизни и здоровье других участников дорожного движения и самим быть хорошим примером.